Всем привет, с вами Наташка и рубрика «Тест-драйв». И сегодня в рубрике у меня крафт от игрока с ником Джек Джек. Крафт называется Т-017 или ТО-17, не знаю. Это вот такой мех на быстрых ногах. Из вооружения установлена плазма, хилки, какие-то трастеры в бок, не знаю, что он быстрее от этого будет двигаться, или он прыгает. Или автор крафта предпочитает прыгать при движении в бок. В общем, строев крафту, конечно же, нужен, он у меня стоит уже. Погнали в бой. Ну, по весу крафт вроде нормально себя чувствует. Ах, у крафта, кстати, еще блинк есть. Ой, не болейте. У меня ракетница засекла. Валим, 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 валим. А господи, где эти ракетницы-то? Добрали. Хилок больше нет. Слишком много воздуха. Thank you.
сам крафт неплохо держит урон. Единственное, теряет быстро пушки очень многие. Хилки особенно. Предназначение этих трастеров я так и не поняла, если честно. Вот этих поворотных. Что они вообще дают, мне кажется. Только лишнее тратят ЦПУ, можно было их заменить или на броню, или вообще просто убрать, еще больше энергии останется на плазму. Бегает крафт хорошо, блинк выручает тоже неплохо. В общем, хороший крафт и пострелять, и помочь союзникам. Хороший крафт для командной игры. Ну, на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.